В роли доноров сотрудники разных структурных подразделений ведомства. В первый же день акции они в общей сложности сдали около 5 литров крови. Многие из них уже заслужили звание почетного донора и хорошо знакомы с процессом. Но есть и те, кто пришел на станцию впервые. Молодые сотрудники также будут занесены в общую базу и в случае необходимости смогут оперативно сдать кровь. Возможно, тем самым спасти чью-то жизнь. Я сегодня пришла первый раз сдавать кровь. Очень часто задумывалась об этом. И вот сегодня случилось так, что пришла и сдала наконец-то. Как вы считаете, важно это или нет вообще сдавать кровь? Ну, конечно, я считаю, это очень важно в жизни каждого человека помогать другим людям. Я надеюсь, кому-то поможет в трудной жизненной ситуации. Для станции переливания крови это большая поддержка, особенно сейчас в условиях пандемии. Они благодарят сотрудников МВД и призывают жителей Мордовии подключиться к акции, прийти и сдать кровь. Мы с сотрудниками Министерства внутренних дел работаем на регулярной основе. И сегодня уже первая партия доноров пришли к нам на станцию. Мы искренне благодарим сотрудников Министерства внутренних дел Республики Мордовия за проявленное добросердечие, за то участие, которое они оказывают нам, когда мы нуждаемся в донорах крови. И, в общем-то, каждый донор для нас ценен. Отметим, что акция продлится до конца текущего года. Принять участие в ней планируют более сотни сотрудников МВД Мордовии. Юлия Емельянова, Народные новости.